Всем привет, ребят! Ну что, у нас продолжается коллекционер на русском сервере. У меня аккаунт подписчика с ником I am good, Альберт. Скорее всего, его зовут. Не знаю, так подписан в телеге. Поехали. Посмотрим сейчас, донат, не донат. Вот такой вот коллекционер. Довольно-таки интересная трата. Стандартная на русском сервере. Что-то он уже пробовал по 300 выбивать. По 450. Такс, что у нас по аккаунту? Накопленные самоцветы, отлично. Без донат, без донат. Космо. О, ничего себе, у него герои. Блин, нифига себе, капитан Рогатка, Свален, Землеройка, Командора, Космо. Все остальное есть. Надеюсь, не будем портить этот аккаунт. Находится он в гильдии Россия, ВК, БЗ, Россия, БГ, всегда, Факела 2045, WhatsApp на экране. Кидайте заявочки, вступайте. Первые, третьи места, битва гильдии, атака фортов. Ну что, поехали. Let's go. Конечно, жесть. Как до бездона, я скажу, неплохие у него герои. Смотрите, как... смотрите, что это такое? Что это за читерный аккаунт был? Пару тычек и сразу столько легенд. Так, паладин, Кенди, Седна, бог грома, Седнушка, по-моему, у него есть, рыцарь, бог грома, рандомчик, ну давай, на таком аккаунте по-любому надо недостающего выбить. Бугимен, блин, сегодня бугимены падают только так, один за одним, один за одним, один за одним. Капитан Рогатка нам нужен, конечно, жесть, это жесть, это реально жесть. Капитан, блин, эти капитаны, капитаны Дрейки и Бигфутик. Индия. Призрачный всадник. Блин, я вам скажу, неплохо у него, конечно. Аккаунт хорош. Как до бездона вполне прилично. Стрелок. Дракула, ниндзя, фея, укротитель. Вот почему раньше когда-то так эти стрелки не падали? Раньше они, блин, фиг выбьешь. Сейчас они падают после того, как всем раздали, по-моему, там пофиксили просто. Афина. Ну, рандомчик, давай. Воскрешаем, поехали. Ну, почти затащили. Почти затащили. Суккуб. Видите, легенды всегда падают. Правда, не те, что надо. Укротитель. Космо, ребятушки, ну что, поздравляю. Это единственный первый космо на сегодня, которого я вытащил, хотя уже немножко так паролил. Но вуаля, хоть один уже есть и на бездонате, ребят. Ну что, поздравляем его, блин, круто. Что я могу сказать, обалденный герой. Поехали, посмотрим, что у него там делается. 12-15, 13 косамов, ребят. Обалденный бездон, конечно. Фей нам нападала. Так, 10к. ПБшка. Мы свою миссию выполнили. Суккуб. Все, даже собрали вроде полностью фулового коллекционера.
Слизни, я имею в виду, фулового я у себя собрал, а тут мы собрали пока только слизни. Кстати, свалено мы еще никому не выбили, кроме меня. Жесть, это жесть, ребят, 27 у него уже осколков. А, там 20. Они сразу же падают у нас на почту. А, не на почту, а сразу в алтарь, что-то я завтыкал. Такс, окей. 7к, ребят. 7к, а эмба у нас уже есть. Землеройка, свален, капитан, рогатка. Это, конечно, жестко. И командора. Космо есть. Роза. Роза без донатом собрать ее реально очень сложно будет. Но это жесткий бездон. С такими героями. Надо будет посмотреть, что у него по талантам. Ну, по героям у него очень-очень даже ничего, я вам скажу. I'm good. Действительно хороший ник. Может, все зависит от ника. Создавайте ники Медевин, и будет вам это админ панелька у каждого. Бог Рома, Леди Лео. Имка. И королева змеи в конце. Такс, отлично. Так, поехали. 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 Космище. Коробок, блин, у него нет. Блин, и на космо таланта, конечно, у него. Хотя, с одной стороны, можно и СО поставить. Как вариант. Ну, я бы, наверное, не ставил. Поехали, посмотрим. Вот реально интересно посмотреть алтарь. Такого без доната. Фрея, топчик. Тыковка такая же, как у меня на русском сервере, на бездонате. Вполне даже. Нифига себе, ремочка. Обалденный ледяха. Посмотрите. Варлок, топчик, бигфутик, хремочный. Ну, в принципе, как вариант на PvP локации очень даже ничего. Ара, отлично. Вот это, знаете, хорошо, что мы его не портим, этот аккаунт. Так, отлично. Афинка, ну, с Афиной тут, конечно, надо. Ну, на фарм Махатма без таланта. Гаргул хорош, ведьма пойдет. Ну, это такое, нормально, стрелок хорош, и тут, в принципе, хорошо. Ну, ворожай, конечно, сюда, СО я бы, наверное, качал уже, не знаю, почему он его держит, отлично. Посмотрите, какие таланты на бездонате. Блин, ремок тут нифига себе. Анубис вот это вот недавно, он, наверное, только еще сюда ничего не поставил. Ронин топчик, Рина хорош. Атлант без ремки еще. Такс, башка тоже неплохо там есть. Бугимен. Да, я вам скажу, как для бездона, я реально мало таких аккаунтов видел, как для бездоната. Это реально огонь. Еще и космище. Космище. Теперь есть на этом аккаунте. Ну, что могу сказать? Поздравляю, в принципе. Все, что ты хотел, ты пол... Ну, как бы не все, что ты хотел. Конечно, он хотел, наверное, еще остальных героев. Но я думаю, потраченные там 50к даже на одного этого героя, оно того стоит. Потому что это просто эпический, обалденнейший герой. Ну, конечно, у него качать его нечем. По какашкам тут тоже печаль. Но я думаю, он останется доволен. Все, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока.